Всем здорово! Здравствуйте! С вами Хифейк, и сегодня я вам расскажу, сколько же разработчики игр зарабатывают на своих играх. Вот с этого момента поподробнее. Вообще, прибыльное это дело, и стоит ли этим вообще заниматься? В общем-то, да, погнали. Но начнем с того, что сколько же зарабатывали популярные игры на мобильные устройства. Допустим, Crossy Road, сколько же она заработала? А теперь самое интересное. Она заработала 10 тысяч? Нет, 10 миллионов долларов. Как же так вышло-то, блин? Ну, такой нехиленький результат. Ну, окей, дальше. Flappy Bird. Заработок в день составлял 50 тысяч долларов. Ну, такая нормальненькая циферка. Ну, окей, допустим, даже вот компания Supercell заработала, внимание, сколько? Вот столько. Короче, да. Мне вообще похуй, вообще похуё. Ну и, конечно, после вот этих всех чисел хочется создать свою игру. Естественно. Давайте сначала разберем вообще, откуда приходит мани. А мани приходит от того, что игра платная, хотя это уже не очень приветствуется на мобильных устройствах, особенно на андроиде. Да, но второй способ — это реклама в приложении. Думаю, она всех бесит вообще. Особенно, если ее там очень много. Да ёбаный в рот, блядь! Да. Ну а третий способ — это донатерство в игре, то есть там покупать за реальные деньги, там монеточки, скины, оружие. Ну, я думаю, здесь все понятно. Ну окей, вот вы собрались делать игру. Что нам для этого нужно? Нам нужен, как ни странно, игровой движок. Допустим, Unity, да, самый как бы популярный движок-то, наверное. Нам нужно знать программирование. Да ты заебал! Да, у меня есть, кстати, видос на эту тему, то есть сложно ли вообще выучить программирование. Ссылочка будет вот здесь, вот, да, вверху. Ну окей, вот вы выучили программирование, да. Ну а что нам еще нужно? Нам нужно научиться рисовать, и также нам нужно еще научиться 3D-моделировать, если мы делаем 3D-игру. Это пиздец. Допустим, это все выучили, да, научились это делать. Вот, допустим, уже сделали игру и выкладываем ее в Google Play и в App Store. Да. Выложили, смотрим на свою статистику, и что-то там не так. А в чем же дело? А дело все в пиаре. Нам нужен пиар. Без пиара наше приложение, скорее всего, просто никуда не поднимется. Ну, по крайней мере, не поднимется на ту высоту, которую мы хотели. Ну, а статистика вот такая вот. То есть, 50% игр просто не заходит. Ну, а остальные 50% по-разному заходят, но как-то более успешнее, чем первые 50. Намного некоторые более успешней. И вывод такой, что делать игры, ну, вначале, конечно, будет сложноватенько, но постепенно это дело будет становиться все легче и легче, и в скором времени это все будет делать довольно-таки легко. Изи. И да, кстати, не забывайте про комментарии, то что абсолютно каждый комментарий попадает в следующий видос. Ну, конечно, он должен быть не хейтерским, это, я думаю, понятно, короче... Всем удачи и всем пока. И да, подписаться не забудьте, только, пожалуйста, вот сюда вот, в общем-то, нажмите, да.